Здорово, бандиты. Так. Ща. Загрузимся. Чё, Игорь, как дела? Так, что мы тут имеем-то? Мы типа сдриснули тут какие-то чудища, бла-бла-бла и все такое. Ща. Где нычки? Начинается писать, какать. Это вообще кто? Ой, вот эту я помню срань. Вот это что-то интересное. Magic Tower какой-то. Блин, у нас анализа нету. Вот дерьмово. Где анализ, блядь? Анализа нет, пиздец. Ну ладно, чё. Обойдёмся без анализа. Так. Ну ладно, погнали тогда. Ну-ка, вот это вот будет работать, интересно, брейкхит. Байпас ин дефенс, то есть он вообще любую игнорирует броню. Ну-ка. Так, это сбежать. Так, counter seal nullifies the enemy counter attack. Nullifies the effect of a spell cast by one enemy. Так, это. Ну, подождите, кстати. Кольца надо чекнуть. Давайте криты возьмем, я не знаю. Антипетрифай, кризис, дефенс, буст. Weapon Guard, Surf, Resist, Resist. Так, ну вот, кстати. Sandman Seal, Nightmare Seal. Короче, ладно, давайте посмотрим, что он умеет вообще, я уже не помню. Ну, сразу же, да? Минуснулось. Да, он все игнорирует, охуенно вообще. Только это дорого. Ой, блядь, третьего уровня спеллы пошли. Пиздец. Перфекто, блядь. Блядь, такие у него очки, конечно, гламурные, блядь. Главное, у Седа вообще 35-й левел, пиздец. Сед матерый старикан. Так, есть что разбить? Так. Здорово, Димас. Короче, этот квиз перенесли на 9, так что, если что, пригоняй к 9. Так, походу тут нихуя нет. Да блять! Кроме пиздюлей. Да-д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 ам. Так. Комбо. Наверное, так же сделаем. Брейк сразу же. И улитки пизда.
Перенесли на 9. С 8 на 9. На 9 вечера. Так, опа, МП гифт, нихуя себе. То есть он может ману отдавать свою, нихуя себе. Окей, давайте посмотрим, что у нас там вообще свет учит. Уже ничего. Так, дабл СП, опа. Вот это хорошо. Дабл лут, дабл голд, нихуя себе. Автошилд. Дабл айтем. Охуеть. Resourceful, increase the effect of items used during the battle. Ну нихуя себе. Так, ну а double SP это по-любому надо брать. Сразу же просто. Так, ну все, погнали тогда отсюда, да? Так, тут нихуя нет. Да. Да, погнали отсюда. Уебан, уебан. Так, куда нам? Наверх. Чё, ты подтянешься, Димас? Так, чё, нычек нету? Да тут нихуя нету, короче. Но это даже хорошо. Лишний раз не буду никуда сворачивать. Ебать, все расколошматили. Так, это танки Годзы проделали эти дыры. Так. Как насчет этого, Your Worshipness? Так. Ваше величество, там, ваше покровительство, имеется в виду, да? Есть что сказать? Так, они не могут дождаться бойни. Так, they good for nothing but target practice. Они ни для чего не годятся, кроме как для стрельбы по мишеням. Сет, хорош выебываться на него. Это не его вина, что он был рожден с серебряной ложкой во рту. Ну, простите, ваша грациозность. Так, вот такой вот я. Так, I get heartburn whenever I see someone in power. У меня прям сердце пылает, когда я вижу кого-то властного. Так. На какой-то момент у Долтона вообще не было власти. Правда? Да хорош, завязывай. У него тот же враг, что и у нас. Общий враг? Гангора? Грандстаф полетел. Оно летает? А ты, блин, только понял нахрен. Это Грандстаф? Вау. То есть, так и задумано, чтобы он летал? Так, где нычки? Нычки, нычки, нету ни одной нычки, нычки, нычульки, ныченьки, нычки. Что-то походу оповещения не пришли никому, блин.
5. Так, это шорткат. Уебан. Уебан. Так. Что, какая-то рыба-убийца на меня нападет, блядь. Так, ну давайте пойдем длинным путем, потому что, возможно, тут будут приколюхи всякие. Давай быстрее. О, вазочка. Вот. Это хорошо. Аж грил нычка будет. Ага. Вот, две нычки. Ебай, мозг. Тема, нахуй. Открывайся, твою мать. Причем что-то прикольное, сундук красный. Да такое себе, блять. Мда. Ну окей, ладно. Уебан. Тур-тур. Так. Все, да? Все? Найс. Это лифт? Да, нет, это дверь, окей. Опа. Сундучара. Маска Горгоны, 4 штуки. Подъем. А, ну это шорткат. А в чем прикол тогда? Типа, камон, ну и что дальше? Ну пойдем обратно, ладно. Типа я тут что-то собрал. А теперь что? А, там еще одна дверь есть. Получается сюда? Нет, не сюда. Что-то никто не нападает. Нахрен я опять это сказал? Что, по-любому, сука, кто-нибудь нападет. Понятно. Кто там тусуется? Кто это он? Что это за челик он? Начинается писать, какать. Опять все пылесосить. Ладно. О! Я понял. Понял, 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 принял, так. Давайте качнемся, ладно, типа, тут перк очень важный, его надо прокачать стопудово. Опять стандартный расклад. Так. Так. А, маны-то уже нету. Так. Почему не пишут, сколько времени надо на зарядку, блин? Трансфер сон. Вот это вот надо магичкам учить обеим по ходу дела. И Саре, и этой, и Минг. Так, я не смогу проигнорировать броню, поэтому... Rise the abilities of one body member. На. А, то есть я могу всех усыпить и закончить битву? Пиздец. Обалдеть можно. Так, ладно, давайте мутузить ублюдков. Эксперимент, блядь, номер 44.
Живой. Это что, блядь, было такое? Нормально, дымак. Вообще неплохо. Блин, надо того челика срочно валить. Он сейчас, блядь, что-то сделает. Он что-то задумал, сука. Ну, мы не успеем уже, да, мы не успеем. Хотя, успеем, ну-ка давай. Да, найс. Надо ману хавать. Да, прям двойной СП падает, вообще капец. Прям реально. Вдруг из маминой спальни, ололо, пыщ-пыщ, реальный. Сколько этот дабл СП вообще стоит, нахрен? Сотку, блядь! Охуеть! Долго и качаться придется, ну ладно. Так что? Что это за хлам? Бздыньк. Ну, толкай. Что там? Голда? Holy Guard, блядь, ну-ка. Holy Guard, ну окей, что это за Holy Guard? Что за? Кризис Дефенс, да он нафиг на. Ну давайте поставим, ладно, чё. Все равно пока учить особо нечего. Понятно. Так, шорткат. Еще один шорткат. Так, а там чё? Ну, давайте сначала вон прямо сходим наверх. Хотя зря, да. Тут шорткат, а там мужик, скорее всего. Давайте поднимемся, хотя... Это, скорее всего, уже конец локации, блядь. Да, вот этот челик здесь, это сейф. Это реген. Зато здесь можно шорткат открыть, кстати. Пока не будем болтать с этим челиком. Так, брейк хит нахрен. Сразу минус. Ну, ты все равно не умрешь, скорее всего. Перфекто. Критани. Критани, не кританул, падла. Блять, комбо Майкла Джексона. О, смотрите-ка, вот это плохо. Это хорошо, что я, блин, куда исчез челик? Хорошо, что я зарядился на него сразу же, иначе он бы сейчас что-то модное костюмил. Найс. И эти два дебила ходы пропустили. Прекрасно просто. Так, да нападаем тупо и все. И вообще насрать. Хана им нахуй. Перфекто. 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 Нихуя он там головой дрыгает. Так, кризис дефенс. А, уже? А, ну да, слушайте, в натуре она же сейчас, у нее двойной СП, это капец. Она сейчас может вообще все что угодно учить. Просто пиздос. Так, следующий сразу же. Absorb Magic давайте учить. Тут за забойню можно просто сразу же выучить перк, охуеть. Так. Так, надо воду перекрыть, да, значит? Вернее, убрать каким-то хуем. Да отъебитесь от меня! Так, давайте по той же схеме, нахуй.
крит они, перфект. Критнул, но и так сведет. Да бей его нахрен. Не, ну король уже начинает реально кабины разваливать. Так, выучила. Выучила, конечно. Чтоб я после каждой бойни буду аксессуары менять, капец. Так. Она сейчас у меня все выучит нахрен. Так, где водичка? Вот, водичку убрали. Так. Хоп. Все, слил. Опустил. Да, блядь. Вот это что? Это вот эту. Тут и снова воду поднять, что ли, да? Походу, да, сука. Так. Немножко не понял я, ну ладно, типа. А вот это. Так. Эту не надо было, короче, поднимать, походу. Так, лесенка есть. Вот она, да. И тут вот эту я поднял, значит, я могу пройти под этой фигней, ага. Чекаем. О, нет. Это не то, о чем я подумал. Ну ладно, окей. Так, это шорткат. А прыгнуть-то можно к нему? Хоп. Так. Что вот дальше вот там интересно? Так, тут шорткат тоже. Сейчас подниматься не будем. Так, кто мне звонит, пардонте? Сейчас, секундочку. Мне звонят. Так, пардоньте, сейчас я пару манипуляций совершу в телефоне. Так, да ёб, шумать. Открывай. Что там у нас? Лечить все. А, это, кстати, шорткат. Да нажмись, курва. Так. Сейчас посмотрим. Я дебил. Я сейчас могу пройти же, да, по кругу. И зайти куда надо. Так, давайте отрегенимся. Вот как мне вот. Вот она, лестница, вот она. Её хуй увидишь, кстати, смотрите. Здесь реально лестница, но ее хуй увидишь. Сейчас мы опустим этот мост. Так. Блять, я не тот мост опустил. Сука, бесит. О, так мне сейчас... Ой, блять, это же пиздец. Мне сейчас опять кругаля надо давать. Где вот эта лестница? Смотрите, вот, вот ее видно, да? Как к ней подобраться? Вот, все. Во, пиздец, хуй видишь из этого моста. Найс. Так. Что тут у нас есть?
Так, ну все, как минимум мы здесь шорткат открыли, остальное не важно уже. Так, и пойдем поговорим с челиком, может он торгует чем-то, блядь. Так, ну что, то же самое делаем. Давайте комбо. Раз. Как раз попадем по этому еще разок. Ну, давайте стрелять в это говно. Перфекто. Вот он что делает, падла. Я понял, короче. Ну ладно, это не страшно. Это не так уж и страшно. Хрена уж он промазал, блядь. Нет. Мы сразу делаем вот так. Так и вот. Да тут без разницы вообще уже. О, вот это хуёво. Так, ладно, успеем убить. Никуда эта падла не денется. Так он головой дергает, вообще капец. Так, spell counter тоже выучили. Так, equip. Стабилизатор погнали. Сейчас все выучим, нахуй. Только дайте до регена дойти. Да. Это же реально торгаш, это тот самый торгаш. Как я мог не заметить вообще? Капец. Ой, Potion Booster. Вот это неплохая штука. Композитор, антипойзен. Вот эту штуку неплохо бы надеть на самом деле, потому что... Ну, для смертных это нормальный такой буст по магии. Potion Booster тоже нужен. Boost, amount of HP, restore. Ну, понятно, зелье больше здоровья восстанавливает. Так, и что у него есть по фрагментам? Так. По двадцатке всего, короче, сделаем, наверное. Да, блядь. У него дофига прям модных этих, блядь, ресов. Вот эта штука очень нужна, пиздец вообще. Вот эти ленты надо усрачки. Сейчас, секунду. Так. Погнали дальше. Вот это тоже нужная штука, пиздец. Даже так, наверное, сделаем.
Да, блядь, ёбаный стик. Вот это тоже пиздец нужная штука. А, все, у меня денег нет. Окей. Вот точильные камни, это не такое бывает. Так, ну понятно, чувак, я тебя понял, да-да-да. Undefined, блядь. Пока. Угу. Так. Давайте крафтить кулечки, нахуй. Вот дайнозор нам нужен был вообще стопудово. Так. Бист один тоже надо сделать. Эйм, алхимист. О, кстати, Magic Killer. Так, Magic Crystal, у меня их нету, сука, вообще. Гоугин какой-то, блядь. Ну давайте его сделаем. Это тоже надо сделать по-любому. Дайнозор ультра, нахуй. Хакер один нужен, стопудово. Poison, Venom, токсин. У меня даже хватит, по идее. А на токсины вот не хватит. Интерия. Так, Fear, Dread, Mirror Stone, Seal. Напялим тоже, ну в смысле сделаем. Так, Osmosis, Anger, Rage надо по-любому делать. Вот. Вот, мне нужно было три штуки как раз. Anger тоже три штуки надо было. Pickpocket оставим. Ace Thief. Thief Scare Ring. Snatcher Ring. Pickpocket, так. Draining. Тоже сделаем одно. Crusher, блядь. Beast Hide, понятно. Не хватит мне. Forgetting Ring. Так. Понятно, я больше ничего не могу сделать. Все. Погнали. Ресов набрали. Видите, блядь, 30 косарей просто отдал, нахуй. 25. Ну да, 30 я же еще поднял после того, как загрузился. Просто на ресурсы 30 кусков, блядь, отдал. Погнали в дверку. Блядь, беги уже, ебаный. Да куда? Калиш. Да, блядь. Сдохни. Давай ты попадешь в этот раз. Не будешь тупить. Погнали, нахуй. Где криты, Седа? Бесишь? О, вот это хуёво. Вот это прям очень хуёво. Прям очень-очень хуёво. Очень-очень хуёво прям. Да, убей его, чел. Молодец. Так. Не понял, бля. Хотя зачем? Так пойдет. Валите их нахрен. Перфекто, блядь. Токсин, баттерфлай, скейлс. Нормально. Чешуйка ядовитой бабочки. О, хуй увидишь. Зернышко. Так, надо поменять шмотку. А, еще не все. Окей.
реализации Уры. Magic Tank. Что это за чертовщина? Магическая энергия вытекает, короче. Так, это... Так, да, Magic Energy Storage Tank. Ну, это, короче, хранилище магической энергии. Вау. Уры довольно занятные технологии. Так, что они планируют? Так, здесь мы не сможем пройти. Придется идти с той вышки. Очередной лабиринт, сука. И тут не пройти. Тут только там с правой можно пройти. Капец, напридумывают, блядь. Им самим вот зачем такой вот, блядь, девайс нахуй вообще? Которым толком не пройдешь, блядь. Спасибо, блядь. Мне откуда-то пропуски кадров еще берутся, ну охуеть теперь. О! А, они сзади стоят, да? Ладно, комбо раз. А вы вот этого валите тогда второго. Охуел! Ну ты и падаль. Лох. Капец. Ури. И ты туда же. Да ёб твою душу, мать, даже на кнопку не дали нажать. Лох. Лох. А, хреново. Хреново, надо было им оставить этих мудаков сначала, чтобы они кастин супор какой-нибудь сделали. А так они сейчас будут атаковать меня. Да, это хуйня, им все равно хана. Во, криты пошли, неужели, блядь? А я переодел шмотку, блядь? Я не переодел шмотку, даже не успел переодеть нихуя. Камон. Black White Magic, давай, учи. Не вопрос вообще. Я понял вас, окей. О, реген. Я только думал хиляться. Окей. А эта хрень куда идет? Это шорткат или эта хрень двинется тоже? Да, это шорткат, окей. Но я все равно не смогу взять сундук, правильно? Или смогу, если там есть дырка? Нет. А там есть дырка, да, но мне к ней не подобраться. Или подобраться, подождите. Да ползи давай, мать твою.
А, да. Хуй там ночевал, мне надо с другой стороны подходить. Но я сейчас как раз смогу подойти. Ага. Через тот мост, который я прокрутил. Так. Это можно пнуть? Типа, ты серьезно? Камон, ты не можешь перелезть через эти ящики? Да бред же, ну ебаный. Какой же бред, нахуй. Какие опасные ящики, блядь. Через них прям не пройти вообще. Умру, ебать. Хера всего еще стопудово. И там может быть, кстати, ага, может быть, тут другой проход через другую дверь куда-то есть, внизу, допустим. А? Да. Вот там вот внизу можно будет пройти. Или здесь. Можно и здесь, но туда, наверное, лучше пока не ходить, да? Вот сюда. А тут и не пройти, ну зато вазочка есть. Зернышко. Уернышко. Так. Пробуем здесь пройти. Нету вас? Нету. Где я, блядь? А, я просто с другой стороны попал сюда. Камон. О, сундук за туда, нормально. Пиздец, тут лабиринты. Рубаха, ну прикольно, майка в этом, у Седа. Черепушка. Пират, ебать. Пиратики, пиратики, морские акробатики. Давай, умирай, блядь. Не то. А, они сзади. Да, они сзади стоят. Отстой. Магическая защита понижена, ну окей. Тут никто кастовать, по-моему, больше не собирается, нахуй. До свидания. О, дабл СП выучен, охуенный. Ну я пока не буду снимать. НДЛ, здорово. Тебе приходило оповещение, кстати? Что-то никто не подтягивается. Как-то странно вообще. На, ну туда мы не пойдем уже. Что-то нету никого. Так, здесь есть что? Нету. Ну, я так и понял, да. Это Twitch шалит. Так, шорткат и привет. Так, туда тоже там шорткат стопудово. Опа. О, бабочки на чешуйке опять. А как ты родственник? Ну, похуй, он там в своем ружье ковыряется, блядь. Это плохо.
Плохо, что ты сходила позже, вот эта ублюдка, нахуй. И мы не на того напали, ну заебись вообще. Так и знал. Джане. 9 соток, ебать. Да добей его, дядя. Трипер фекто. Трипер, блядь. Так он башкой дергает этот сцен, вообще пиздец. Нам хиляться надо, блядь. Так. Там, по-моему, тоже шорткат был. Да. И вот сейчас я могу, по идее, сундук взять здесь. Да. Пиздец, тут лабиринт. Ой, какой кошмар. Да давай, открыв. Да чтоб тебя. Сережки мудрости. Понятно, тупик опять. Надо бы к торгашу сходить и затариться травой, потому что у меня что-то трава-то заканчивается. Короче, надо вернуться к барыге, наверное, сейчас будет. Сейчас шорткаты все откроем и дойдем до него. Так, это шорткат. Это тоже шорткат, а вот здесь что? Так, а там выход. Это выход, блядский. Нам надо на башню, вон на ту и наверх. Тут дверь сейчас будет снова, да. Да. Да спрыгивай, нормально все будет. Ты ж, блядь, бессмертная, что ты ссышь? А остальные там по лесенке спустятся. Нахуй мне, ага. А как я туда попал? Блять, да. А, ну я попал через эту хуйню. Вот, ну значит, сейчас мы и пойдем налево. Мы открыли еще один шорткат. Начинается писать, кахать. Ладно, раз. Два. Бздынк. Давай саппорт. А, ну он, блин, хреново, ладно. Я думал, он второго убьет. Окей. Ты охуел, задолбал мазать. Это же пиздец, что сейчас будет. Ты, блядь, опять все испортил, кретин. Хорошо, что он не саппортил, блядь. Ты падла, блядь, сутулая, нахуй. Убей его. Спасибо, блядь. Тупо повезло. Нюхал. Да ты заебал, косоруки, ты серьезно? Как так можно два раза подряд промазать, блядь? Здорово, Джонни. Нюхал скорпиона из МК-1, пиздец. В смысле, из фильма имеешь в виду? Актера, который играл Скорпа. А, из игры. Ебать, 60 на Сеге. Блять, а какого года игра-то, блять?
Ты что хочешь сказать, блядь, что она там 7, блядь, ну не бать, ну 63 года. Или ты про актера, который, ну 92-й, ну как может быть 63 года, блядь? Актеру самому, который играл Скорпиона, имеешь в виду? Ну вот, ну актеру, да, да, ну все, окей, я так и понял. Который озвучивал его, типа. Который Гедова Гир, блядь. Я понял тебя. Мурите, твари, блядь. Сдынь. Сдынь. Давай саппорт. Да, ништяк. Ух. Да. Озвучил этот бум, да. Вали его нахуй. Джон Сина, пам-парам-пам, пам-парам-пам, перфекто. Да как хорошо, что она стычки убивает одного такого дятла. Перфекто. Да я там тоже стычки убиваю. Так, что мы имеем-то? Что там, где там? Пам-парам-пам. Пам-парам-пам. Где лестница? А мы, походу, все собрали. The Game Awards. А я ничего ни, никому не ни это, не отдавал никакие номинации, премии никакие, вообще ничего. Так, ну, походу, я здесь все собрал. Пойдем в ту сторону, короче. Как дёру дала, пиздец, блин. Я в стиме выдал и все. Так я что-то это думал там, что-то Айзеку предлагали дать премию, я хз. Я пока не стал ничего выдавать, потому что, ну, я не знаю, с чего выбирать пока даже. Я бы вот этой нахуй игре премию выдал. Так, где я? Блять, отъебитесь от меня. Тупые животные, сука. Так, вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. На всякий случай. Блять, не хватит. Да, не хватило урона. Ну, хотя бы одного добить давай. Они, кстати, кастовали. Это очень хорошо, что я по ним решил сначала уебать. Они вообще ходить, походу, не собираются. Да ты охуел мазать, ты задолбал, псина. Какой ты гандон штопанный ржавой проволокой. Заебал все портить, нахуй. Король, позор. Какой ты нахуй король, блядь. Король слепых, ебать. Так, бла-бла-бла, хил. Нормально, столько хватит. Так, это та ли дверь вообще? Или вот это та дверь? По-моему, вот это та дверь. Да блять, да вы заебали нахуй. Слишком дохуя. Это падла бы еще не мазала, было бы вообще заебись. Блюдок, мать твою. Ладно, на всякий случай, давай. Подстрахуй мамашу.
нормас. Все, блядь. Если, блядь, перфект, то все нахуй. Давай нахуй, не промажь только, заебал. Спасибо, блядь. Перфекто. Тоже криты пошли, нормально нахуй. Только когда не надо уже нахуй. Так, надо экипировать тянку. Так, поушен бустер. Каунтер. Так, я думаю, нам не нужна сейчас эта хуйня. У нас же есть и то, и другое. Пятый, Black и White, да. Все. А тут будет, короче, Double SP. Вот, да. Все, и дальше будем учить скиллы у этого челика. Counter Guard, MP Guard. Так, damage taken from MP instead of HP. When HP is low. Ну, понятно, короче, это неплохо, но... На один раз. Вот это хорошая штука. Возьмем. Так. Ну, этим ничего не надо, все понятно, короче. Какая там дверь-то? Вот это или вот это? Я не помню уже. Game Awards. Это не та дверь опять. А та дверь ведет, блядь, в обратку, нахуй. Так что... Вот где еще одна дверь? Вот куда мне идти? А к эту вазу я обшмонал, нет? Да, обшмонал, по-моему, да. Погнали к торгашу нахер. На, аптечками закупиться уже. Да, блядь, да куда ты? Куда ты вмазалась? Где ты там застряла, блядь? В чем, блядь? Вот. Тридцать штук хватит нахуй. Двадцать штук хватит. Так, маны на все. Капсул ботл нам не нужен. Мы их скрафтим, если что. Вот воскрешалки. Воскрешалки тоже дохуя у меня. Да у меня все нормально, короче. Кроме вот этой хуйни, вот это вот этих ресов надо еще купить. Все. Так, ну эту шняку тоже можно купить. Все. Ну да, ресов у меня порядка вообще. Главное, чтобы было больше 10-15, там где-то так. Так, реген. Вот в какую дверь мне сейчас пилить, камон. Вообще нихуя не всасываю. Тут внизу ничего нет. Ну конечно, блядь. Да блядь. Вот снова эта дверь. Давайте посмотрим, короче, может здесь еще какая-то дверь есть. Я не знаю, блядь. Погнали. Здесь на этом этаже точно нет. Вон. Вон она, блядь. Камон, я понял.
О! Починить? Что за чертовщина? Оно не управляется. Магический двигатель не управляется. Вышел из-под контроля. Что ж ты объясняешь всю эту магическую энергию в этой области? Мы должны остановить. Так, if we put to stop this engine. Так, если мы остановим этот движок, это ослабит монстров. Да они так лохи. Кто знает? Так, но лучше попробовать. Ну, с это там вообще пиздец, механик просто. Походу мы все испортили. Нам надо как-то вот наверх забраться сейчас. Во. Все, короче, походу приехали. Если меня пропустят, конечно, тут чемоданы эти опять могут стоять, блядь, да. Блинский лагучий твит. Что такое? Да ебать нахуй! Сейчас выйдем в эту дверь и, наверное, покурим пойдем, если там босса не будет. Что-то мне подсказывает, что эти падлы стали сильнее, блядь. Блядь. Нет. Давайте комбой, чтобы наверняка. Погнали. Бздынь. Криты. Давай убей, убей эту тварь, убей, не промахнись, только животное. Спасибо. Браузер нагружает, нихуя себе. Да хром он и так на самом деле пиздец прожорливый. Он пиздец видеопамяти жрет, я вообще в шоке. Potion booster выучили. Тут ящики стопудово. Нет? О, ну все. Ебать, приехали. Как туда попасть? Вот. Хуй догадаешься сначала, блядь. Не видно нихуя. И по карте даже не видно, кстати. Видели, да? А у тебя Firefox. Ririch SV, привет. 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 Так, Ванька здоров. Это сразу же кто-то, значит, из знакомых. Так, комбо. Да, ну давай, дианонься, кто ты, колись, чтобы я хотя бы понимал, с кем я разговаривал. А теперь угадай. Да вот оно, вот, блин, мне надо вот гадать, серьезно. Давай, колись уже. Так. Виктория Васильевна. Виктория Васильевна какая? Почаще и с улыбочкой. Ну вот как бы... Да я понял, что ФБ, блин. Ну, Вика. Я понял, все, да все, успокойся уже, я понял, Вика. Ты шо? Ты чё, вот типа в доту наигралась? Решила посмотреть, как люди играют в нормальные игры или чё? Все, короче, давайте, погнали рубить ублюдков. Так, кто это у нас? Толтон ходит. 928 рекламных баннеров. Это на Твиче? Не, стримхату смотрю. Ой, блин, я вообще не понимаю, как это можно смотреть. Стримхаты эти, это... Да это вообще, я не понимаю, как это реально можно смотреть? Что такая дичь? Охренеть, на Твиче, блин. 928 баннеров. Охуеть можно. Да прикольно. Да ну нахуй. Ну, короче, это не мой контент. Типа, я не буду говорить, что это там дерьмо или что такое. Короче, это не мой контент. Все. Типа, мне не интересно. Вообще не понимаю, как это люди смотрят. Да зачем я трачу ману вообще? Там этот, что-то там... Братишкин там какой-то, Эвелон там какой-то, Хесус АВГН какой-то, типа что-то. А ты в фабрике, что ли? Или что, или рисуешь там что-то? Да давай-ка. Так, мембер хит. Удар по члену. А в офисе?
Так, окей. В офисе смотреть стрим хату, ну норм. Так, Wisdom. О, 6 Black White Magic, нихуя себе. Все, качаем по-любому. За 4 бойни соберем. Так, ну что, ребятки, угадайте, что там за дверью, нахуй. Давай, 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 Рилич, давай, давай, Вика. Так, ну короче, давайте-ка мы ману сожрем. Сейчас будет что-то прям пиздец. Ну, Вика очень вовремя уходит. Сейчас пропустит какой-нибудь босс-файт, небось. Так, ну шо, ебай. Погнали, нахуй. Нет? Да, да стопудово. Такие коридоры вот эти вот, это все, это признак того, что сейчас будет босс. Типа, вам там налево, после прямо, там три двери, вам вторую, блядь. Готовы к босс-файту? Давай, ублюдок. Давай. Выходи, блядь. Это корабль? Подземный док. Ну и конечно же этот кусок говна охраняется там каким-нибудь мега-танком, блять, или что-нибудь типа того. Здесь ничего нет, да? Let's go. Смотрите, какой корабль модный. Мой корабль? Этот? Да, это Наутилус. Не красота ли? Так, и вот здесь заперли, бедолага. Ее здесь заперли. Она хороший корабль. Ну, я напоминаю, кстати, да, моряки корабли называют она. То есть это женский род. Просто держу в курсе. Ну вот. Это хороший корабль, могу уверить. Так, это определенно. Так, as a feel of ship you'd pick. Это ты бы такой предпочла, короче. Да. Так. Мы типа. Блять. Мы прилипли друг к другу, короче, это судьба. Похоже, это судьба. Но если он здесь, это значит, что можем выбраться отсюда. Окей, погнали, Толтон. Так. Спасибо, что не поцарапал. А, да-да, конечно. О. Это динозавр гребаный, понятно. Я так и знал, что придется с ним махаться. Сука. Что за? Черт. Это то создание, которое развалило Уру на куски. Эй, свали с пути. Ты стоишь между мной и моим воссоединением. Так, can't me and Nautilus. Мы можем побыть с Наутилусом наедине? Откуда он взялся вообще? Так, we going to have to give it all. Короче, нам придется показать все, на что мы способны в этот раз. Чтобы обойти эту срань. Ну все, блядь. Что ты орешь, блядь? Так, у меня никогда не учили, как драться с такой херней. Так, не бойся. Не бойтесь, ваше превосходительство. Всегда есть способ. Мама, готов поспорить, мы можем использовать вот это. Так, we start her up by shooting some magic energy. That engine part, and then... Короче, мы будем стрелять в ту часть движка, и тогда... Вот та хрень упадет, походу. Сет, так, я говорил тебе 100 раз. Move now. Делай сейчас, говори потом. Погнали. Так. Сет, короче, может, походу, из своей винтовки, значит. Так, давайте-ка мы нахуй сразу же. Болбарикейд, блядь. Болбарикейд начнем. Вот. Скилл. Так. Давайте пробафаем сет, короче. Так, а ты? Вот, Док Крейн. Вот, он может стрелять сюда. Погнали, нахуй. Перфекто. Ну, я правильно сделал, что начал баррикейд ставить, короче. Ай.
А, Charge Power. Это у кого Charge Power, блядь? У этого типа Charge Power, я не понял. Magic Beast, блядь. Crystal Fra... Ой, блядь, у него надо воровать срочно. У него что-то есть. Так, а я могу кастануть в ту херню? Да, могу. Ты можешь кастануть ту херню? Не может. Можешь бомбу туда кинуть? Я надеюсь, можно туда бомбу кинуть. Power Drink, Flare Bomb, Aqua Bomb. Да, можно. А ты, чел, воруй давай, воруй, бля. И давай только попробуй не украсть, нахуй. Да, это именно пауэр этой хуйни. Давай, воруй, 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 воруй. Yes, son of a bitch. Ура, все, можно пиздить дальше эту хрень. Кна, не забывать хиляться. Так. Давай кидайся дальше бомбами в эту херь. Оп, 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 оп. Еще чуть-чуть. Остановилось. Это мы сделали? Нет, заткнись. Еще недостаточно. Нам надо пробовать снова. Давай, давай, хуйня осталась. Ёпта. Блин, какой у него слабый хил, конечно, капец. Так, ну чё, давайте Windows, Windows Bomb, Flarus Bomb, Mana Prime, Groundus Bomb. Блин, короче, напомните мне в следующий раз, чтобы я закупился нормально бомбами, потому что это пиздецкая полезная штука в таких ситуациях. Что за? Оно запасается магической энергией. Скорее. Для какого-то каста ебуняча. Два хода осталось. Во, заебись, что я решил все силы на это потратить. А если я возьму и отдам, блядь, Граундус или Фларус, блядь, не знаю. Давайте дадим Фларус. Просто посмотрим, будет больше прогресса на шкалике или нет. Ну, Граунду отдадим, давай. Давай, как раз должно хватить. Нет, без разницы, только зря пиздатую бомбу отдал. Ну чё, пока, уёбок. Начинается, работает. Да, о да, о да. Глотай нахрен. То есть до них не достало вообще, да? Что-то какой-то босс, ну такое, ладно. Вот она и отсосала. Ну шо, мама? А? Так. Got it in me. Так, got it in me. Короче, есть еще порох. Мы сваливаем. Да-да-да, погнали. Двигаемся. Надо покурить. Короче, надо покурить. И это как его. Я думаю, может стрим оборвать, ну и дальше продолжить, потому что, скорее всего, просто не было этих сраных уведомлений, типа, поэтому никого и нет. Так, ну ролик только досмотрим сейчас. А, мы уже в корабле, окей. Садись куда хочешь. Егорка, привет. А ты. Чё ты там пытаешься, нахуй? Не трогай, блядь. Да я просто думал, что, ну, как бы я размышлял, что это было. О? Трое? Да, они идут. Да вы гоните. И что, не так? Боишься драться? Драться? Так. Меня учили, как это делать. Но в этот раз... Так. Это первый раз, когда мне действительно приходится драться с монстрами.
Да, это немножко отличается от твоих тренировок, да, ваше высочество? Так, а тебе, да ты не напугался, нет? Мне, я обожаю это. Мы выдвигаемся. Такой он маньяк, убийца, блядь. Ну, ты пират, блядь. Что? Ой, блядь. View escaping. Так. Туториал, как съебать из канализации. Хорошо, давай. Avoid the fierce attacks of magic beasts. Escape. Короче, уворачивайся, блядь. И свали. И заебись, да. Так, чтобы увернуться от атак, так, смотри, так, тайминги, соблюдай тайминги, так, их движение, и нажимай на кнопки. The button to press will be... Короче, кнопку, которую надо нажать, будет показана в нижней правой части зоны экрана. Так, убедись, что не нажал, не на ту кнопку, короче. Ты должен нажать на правильную кнопку перед тем, как окружающий шкалик не исчезнет. Короче, понятно. Ну это ты, блядь, просто QTE. Просто QTE. Когда иконка... Так, когда эта иконка показана, тебе надо повторно нажимать на показанную кнопку. Насколько быстро... Ну, короче, насколько возможно быстро, ебать. Мешать, в общем. Да, каждая атака... У каждой удавшаяся вражеская атака сбросит одно очко от HP иконки в нижнем правом углу. Когда она достигнет нуля, геймовер. Да не надо, все, да QTE, блядь, давай, QTE, да QTE, блядь. Правда, я уже забыл, где кнопки на Xbox, блядь. Ну ладно, это не страшно. QTE, поехали, QTE, блядь. Давай, милая, лети давай уже. Бесит меня животное. Да, блядь, в смысле? Я долбил, как проклятый, нахуй. Вы ебанутые, что ли? Вы чё, блядь, сука, думаете, я мышить нахуй не умею? Ебаться на козе, блядь. Пиздос какой-то, нахуй. Это подстава была, по-любому, нахуй. Я думаю, вы даже, наверное, в микрофон слышали, как я долбил по кнопке, блядь. Что за хуйня? Реально подстава, блядь. Или типа слишком быстро нельзя нажимать, что ли? Ёбаная QTE, блядь. Сколько может долбить уже, блядь? Давай, долби, 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 долби. Все, вздриснули, молодцы. Все? Нет. Да, все. Да, все, валим, валим, валим. Да. Son of a bitch. Я там долбил, как умалишенный, нахуй, на эту Б. Вы че, блядь? Тупик. Нет, это выход. Как?
Мы полетим. Полетим? Держись. Давай, нахуй. Чё, трансформеры, нахуй, отдыхают. Вы чё? Ну, охуеть, блядь. Гандамы начинаются. Сейчас нам надо забрать тот движок, получается, да, модный? А, это круто! Да, мы сделали это, мы оторвались. Еее, обожаю. Какой крутой корабль, мне нравится. Люблю его. Сора? Мы летим? Сора? Типа небо? Небо? И нырнули такие, хопа, не нырнули, мы парим. Теперь плывем. Капец трансформер, да? Бля, мне бы такую бандуру, а? Слушайте, я бы за такой пепелас бы полжизни отдал. И глаз. Ну я ж пиратом буду, так что мне глаз уже нахуй не нужен. Да и ногу можно отдать уже одну. В принципе, и это, и кисть. Да, ура. Какой? Это было прекрасно. Круто, да? Так, wasn't that fun? Не было это весело, ваше величество? Было весело, да? Было весело, весело. Так, я не величество. Все. Я просто человек. Так, мы наконец-то нашли. А, мы наконец-то поняли, что за тип. Так, ну подождите, what kind of man I want to be? Я наконец-то понял, каким человеком я хочу стать. Пиратом? И каким же человеком ты хочешь стать? Храбрым человеком. Я хочу быть как ты, Сэд. Смеяться в лицо опасности. Я. Это не так легко, как ты думаешь. А, это не так легко, как ты думал, да, ваше высочество? Все хотят быть храбрыми, но если ты действительно имеешь в виду то, что подразумеваешь под этими словами, что так, что even be modern, что ты прям хочешь быть еще более дерзким. Так, будь более чем лидер. Лидер? Так, that may be setting the bar a little too high, Seth. Это типа ты прям закинул планку слишком высоко, Сэд. Так, короче. Окей, идем, мистер Конг. Так, и где... Так, и куда убежал мистер Конг гениальность? Так, оп, так. Я искала и там... Но не могла найти магический поезд, на котором были Кайм и Сара. Мы не видели ничего типа этого по пути сюда. Так что, так, ничего нет на путях, вообще ничего. Куда эти пути ведут? Я думаю, так, I think it goes east for a bit before turning. Я думаю, они идут на восток перед тем, как завернуть на север. Сложно сказать в этих снегах. Так, на север? Не волнуйтесь, я готов поспорить, Кайм. Так, разберется самостоятельно. Давайте просто свалим с путей по этим ступенькам вот здесь. Так, сейчас я, короче, оборву стремец. Потому что, я так понял, реально уведомлений, блядь, никто не получил. Вообще, сейчас оборвусь и вернусь.